руках у меня кружечки. Маленькие замечательные кружечки. Вот, с удобными ручечками. Выпрессованные красивые орнамент у него, у нее, у кружечки. Вот. И эта кружечка у нее, значит, на одной, на тех нету, а на этой почему-то есть, есть цена, 30 рублей. И я не разобрала клеймо. Клеймо есть, но я не поняла, это, что это за клеймо. И эти кружечки, я знаю, что есть у многих. Ну, они очень удобные. Например, в них наливать сок пить. Ну, квас можно пить. Вот такие у меня их 3 штуки. Их у меня здесь есть 3 штуки, но у меня их много штук. 6 или даже 10. Но я их не нашла. Куда-то убрала и никак не могла найти. Также у меня есть вот набор с таких стаканчиков. С матирование на них. И на части матирования изображены падающие осенние листья. Вот. И они были мне подарены в 90-е годы. Где-то 96-й год или 97-й. Вот такие вот стаканчики. Они, их 6. Они были на подносике такого коричневого цвета. Но подносик сломался со временем, и я его выкинула. А тут листья падают, и эти набор стаканчиков можно, ну, я не знаю, как они назывались, а я бы их назвала или «Золотая осень», или «Падающие листья». Очень красивый. Листья так это, изображены с прожилками. Это вообще красиво. Такие, не знаю, и внизу уже нападали, вот кучкой лежат, видите? Все, осень поздняя. Листья опали. Вот такие, вот такой наборчик. Также у меня есть почему-то 7 фужеров. Ну, это, я думаю, это фужеры, это же не рюмки. Фужеры аметистового стекла. Это они какие замечательные. Вот такой цвет. Бледно-бледно-сиреневый. Ножка небольшая, невысокая. И они от сужения к расширению идут. Такие... Ну, элегантные такие фужерчики. Вот, они красивые, вот, блестящие. Мне даже кажется, у них какой-то этот есть, не знаю, какая-то волна или чего. Они не чисто гладкие. Ну, гравировки на них нет. Они вот, не знаю, как-то, как будто какие-то вот, типа грани небольших. Ну, вот это все, что я вам сегодня хотела показать. Я очень люблю стекло, у меня его много, поэтому я еще неоднократно буду показывать, что у меня есть. И это, заходите на мой канал, комментируйте, ставьте лайки и всего доброго!